Калуга. Ну что, отдал? По рублю. Почти что даром. Белые. Хорошие. Красавцы. А у кого у нас такая птица известна при воде? А это вот тут вот сидела в клетке. Ну белые хорошие, галушка нормальная. Это? Ну, это. Всем, друзья, привет и доброго здоровья. Итак, сентябрь месяц 2024 года. Мы находимся с вами в торговый центр «Русь», город Анжеро-Суженск, где соберемся голубеводами. Ну, голубеводов уже столько вот собралось на площадке у нас. Ну, еще потихонечку подъезжают, подходят. Ну, и с вами не будем терять время. Пожелаю всем приятной прогулки, легкой прогулки и приятного просмотра. Пойдем посмотрим, поглядим, какую птицу представляют голубеводы. Ну, пообщаемся, поговорим. Идем смотрим. Мрамор широкохвостый такой. Красавцы. Голуби летают, голуби гоняются. Кого-то заинтересует, напишите в комментарии. Номер телефона я оставлю. Голубевода. Такие ровненькие, чистенькие. Птица вся ухоженная. Турецкая такла. Вот эти белясы, это сирийцы. А, сирийцы, да? Сирийцы, пара. Пара. Они пареные? Да. Сирийцы. Почем они? Пятерка пара. 5 рублей пара. А эти по полторы. Сирийцы по полторы. А, по 2,5, да, получается? Ну, они пареные, я их распарю. Ну, эти по полторы. Кого-то заинтересует, напишите комментарий, номер телефона я оставлю. Птица вся гонная, широкохвостый мрамор по 1000 рублей. Птица летает, птица гоняется, голубевод гоняет. Ладно, хороших продаж пожелаю. Жень, бакинчики такие, да? Да, желтохвостые. Желтохвостые. Шелтошеи, красные, пепельные, чубатые. Краснодарец один. О чем цена? По 700 рублей. Тоже кого-то заинтересует, напишите в комментарии. Номер телефона я оставлю. Пепельные, ровненькие, чистые, аккуратненькие такие. Чубато-голоногие они, да? Голоногие, да? Кого-то заинтересует по пепельным или по другой птице, напишите в комментарии. Номер телефона я оставлю. Ладно, хороших продаж. Побежим. Так, здравствуйте, здравствуйте. Ну вот, вот такая птичка. Ага, это у нас... Это гульсарчики. Это таджики. Лохмоногие. Лохмоногие. На голову сами гоняют. Беленькие. Вот я говорю, еще косяк. Красный, желтый. На голову показывает. Ну, хорошие, да? Двухчупая. Узбекская или среднеазиатская птичка такая. Красные моля, белые. Эх, разошелся как. Эх, разошелся, гудит, да. Сразу сниму номер телефона. Александр, звоните. В продажу вот такая среднеазиатская двухчубая птица. Желтые. Чуба, лохма. Глаз беленький, такой светлый. Красавцы. Ой, красавцы. Внук на учебе, да, сегодня один. Сегодня один, да. Сегодня один. Привет. Продажа такая птичка. Номер телефона я вам снял. Если что, звоните. Интересуйтесь. Отправка есть в другие регионы. Опа, стопа. Зажми, Саша. Отцепилась. Это пара пакистанчиков, да? Да, пакистанчики. Эти казахи вон черные. Как, да. Вот эти вот, вот да, лысые? Да. А голубок или голубочка? Голубок. Голубь. Ну ладно, что, побежим, хороших продаж. Так, ну что, как голуби? Носочупый. Турка? Белый. Почем цена? По 1000 рублей. Все по 1000 рублей.
кого-то заинтересует, напишите тоже комментарий, номер телефона я оставлю. Так, что сниму голубь водом общим планом, чтобы не забыть, где снимал, какую птичку. Ладно, побежим. Так, ох, какие. Ох, какие николаевские, да? Да, бабочки. Бабочки николаевские. Почем цена на них? По 1000 рублей. Красные белохвостые. А вот это вот рябы, как-то же они называются по-особенному, там, да, муры или как-то. Да, да, да. Вот он такой, один особенный есть. Ага. Интересно. Интересный голубок такой. Голубок, да. Белохвостый такой. Летает хорошо. Скажите еще по номеру телефона. Я в прошлый раз спрашивал, не записал, да, да, в телефоне. 8-903-907-41-21. Антон. Вы занимаетесь только вот этой направлением, да? Да, 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 бабочки. А вы живете где? В Кемерово. В Кемерово. Голуби с Кемерово, поэтому телефон вы слышали. Если кого-то заинтересует такая птица, звоните. Красные, желтые, черные. Желтые тоже есть дома, да, еще? Да, да. Ладно, хороших продаж. Так, так, так. Ну это тоже, да? Черные белохвостые только, да, получается? Те красные, желтые, это черные белохвостые. Тоже птичка ровненькая, вся ухоженная. Гоняете, да? Конечно, вообще летают хорошо. Летают. Подолго. Сокола, наверное, тоже их хорошо снимают, да? Бывает. И... бывает, да? Бывает. Ну, в этом году мало их. Поэтому... Да, да. Но у нас бьет. Хорошо. У нас бьет. Ладно, хороших продаж. Здравствуйте, здравствуйте. Все распродажа, да, по 100, да, рублей. Да. Бакинчики такие. Да, это все эти, Саша. А, Спиридона? Да. Мрамор. Привет, привет, привет. Мрамор, мрамор, белые бакинцы, чубатые, чилики такие сидят, красные. Крестовые здесь, шейки, черношеи. Это монах, по-моему, один, а, да? Нет, 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 это крестовые. На-на-на. Их пара. Голубь с голубкой, да? О. Почем они? А, ну, за 1000, по 500. По 500 рублей. А эти по 100 рублей. И шейки тоже по 100? По 500. Ну. Тоже по 500 рублей. Мрамор такой. Чубатый. Тоже по 500. Чубатый лохмоногий по 500 рублей. Рябок Сочи чубатый. Он почем, Толян? 500 рублей. Если кого-то заинтересует такая птица, напишите в комментарии, номер телефона я оставлю. Ладно, хороших продаж. Так, продажа медицинские препараты. Дмитрий занимается. А, поздороваться? Ну, здоровайтесь. Здравствуйте, здравствуйте. Продажа медицинские препараты. Есть все. Респивет. Вакцина голубь НБ. Почем цена, Дим? 425. 425 рублей. Орнитекс. Ормофрам. Поэтому, если кому-то что-то нужно, ценовая политика разная. Есть даже доставка в другие регионы. Сейчас я почта СДЭК. Я сниму номер телефона. Звоните, не стесняйтесь. Звоните, не стесняйтесь. Да, 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 да. Ладно, хороший продаж. Я оставлю себе визиточку, конечно, тоже держу. Ну. Ладно, пойдем дальше. Серег, ну давай посмотрим таджиков твоих, каких привезли тебе. Вот такие вот птички были привезены в Анжерку к нам с Алтая. Теперь будут жить в Анжеро-Сузенске. Да, разводиться. Разводиться, гоняться. Птица вакцинированная вся, прошла вакцинацию. Сергей гоняет, у нас занимается именно такой таджикской породой, гладкой, лохмоногой, лохмишки небольшие. Гоняются все. Это тоже вся птица нагонная, с Алтая, доставлена к нам сюда в Анжерку под заказ. Так, так, так. Черные, черные. Почем, Арай? Привет, привет, привет. Привет можно передать, Арай? Привет всем голубятникам. Почем такие черные? Да есть 500, есть 1000, есть 1500. Ценовая политика разная, поэтому если кого-то заинтересует чубатые, двухчубые, напишите в комментарии, номер телефона я оставлю.
белые бакинцы, чубаты голоногие, это чьи? Это Сергей. Сереге. Ну, тоже кого-то заинтересует продажа бакинская птица, такая чубата голоногая. По 300 рублей. Напишите в комментарии, номер телефона я оставлю. Неудобно снимать, такая сетка здесь мелкая. Здесь вот тоже такие бакинчики голоногие, гладкие. А это чья, Райк, не знаешь? Не знаешь? Рустама, наверное. А? Рустама, наверное. Руслама? Руслана? Да. Ну, кого-то заинтересует номер телефона тоже. Напишите в комментарии, я номер телефона оставлю. Вся молодежь. Молодежь. Так, здесь всего помаленечку. Белые, серые. Привет. Привет. Всего помаленьку, где-то хозяина нету. Жень, привет. Привет. Ну что, кастаны прилетели? Два прилетели. Два, два прилетели, два нет. Где-то, где-то потерялись. Или может сокол? Якобин. Здравствуйте. Красавец. Приобрели или? Почем цена? 1500. Ну ладно, хорошего содержания. Так, агараны, сиреневые тасманы, белые. Птица гладкая, лохмоногая. Кого-то заинтересует, так, это что, 402-28. Ага. Номер телефона есть? Кого-то заинтересует такая птичка? Напишите в комментарии, номер телефона я оставлю. Красавцы. Ладно, двигаемся дальше. Сергей, кого, кого купил? Привет, привет, привет. Да не, Ромку он подарил. Ромка подарил? Но. Сиреневых? Да. Ну, хорошего содержания. Так, шейки, белые бакинцы, гладкие голоногие. Почем? Здравствуйте, приятного чаепития. Спасибо. Цена договорная? Да, да, да. 500 рублей. Кого-то заинтересует, напишите в комментарии, номер телефона я оставлю. Сразу так пройдем. Черные, гладкие, голоногие, мраморные. Но это, Сергей, наверное, твои. Да, да, да. Да? Это мое. Можно привет передать? Всем привет, всем. Всем голубеводам, всем людям, всем, всем хорошего. Черные. Гульстарчик, наверное, будет, да, белоголовый? Это голубка. Голубочка. Угу, голубка. По 500? Эти по 500. По 500. По 500 рублей. Кого-то заинтересует такая птичка. Но я сейчас проснимаю сразу всех, птичка пройду. Птичка гонная. Птичка гонная, знаю, гоняешь. Белые, гладкие, лохмоногие такие. Один, один кавказец молоденький. Угу, с лапами. А это казахи. Казахи все, да? Тоже есть на игре, тоже гонные все. Вот голубь вот гоняет птицу. Есть гонные. Один кавказец, а остальные казахи белые. Сразу дальше мы пройдем, так снимем. Чернохвостые тоже гонные. Щубатые чернохвостые, голоногие. Тоже гоняются голуби. Сиреневые такие гладкие. Это тоже казахи или нет, Серег? Да, 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 да. Тоже, да, да? Сиреневые казахи, а пепельные те нет. Угу. Почем они? Ну, от 500. Ну, вообще 500. От 500 рублей. Да. Кого-то заинтересует, напишите в комментарии. Номер телефона я оставлю. По такой вот птичке, по приобретению чернохвостых, белых, черных, рябых, сочей. Номер телефона я оставлю в комментарии. Ох, кто-то выпустил. Полетел кто-то. Голубок какой-то. Выпустили? Наверное, выпустили. Ага. Привет, Серег, еще раз. Белые чубаты. Носочупый. Полетел, полетел. Ага. Привет. Привет. Почем один, белый? Один зашел, понял. А? Почем белый? По 500. По 500 рублей. По 200 вон всех головастых отдал оптом. Сразу забрали, да? Сразу 15 штук. О, надо было, а что это тут за голубок такой, что за порода?
А это из-под чалкарей вот такой вывелся. Ну, ну, ну. Голубь, голубочка. Не знаю пока еще. Молодой, да? Молодой. Молоденький. Ну, похоже, голубка, потому что не воркует, он уже перелинялся. А чайки чьи твои? А, нет, это суженки Сашки. А, почем они? По 500 вроде. По 500. А вот эти дракончики? Драконы. А эти? По 500 он сказал. По 500, да? И чайки по 500. А не знаю, про чайки не говорю. И чайка по 500, и драконы по 500. Кого-то заинтересует, напишите в комментарии, номер телефона я оставлю. Все по 500 рублей. Ну что, убавляется маленько или нет? Пока нет. Сидим ногами болтаем. Сидим ногами болтаем. Желтые, гладкие, лохмоногие. Почем это? Казахи. 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 Цена договорная. Да. Кого-то заинтересует, напишите в комментарии, номер телефона я оставлю. А это красный бакинец, да, чубатый? Они пары, да? Нет, они молоденькие. Молоденькие. Ну, это тот уже варкует вроде как голубок, а это вроде как голубочка будет. Да-да. Который в чулочках. Родители главного голодца приобретали, видишь, прокинули. Маленькие лохмишки, да, есть. Чулочки, как мы говорим. Или носочки. Или носочки. А это чьи? Это кожаные. По 500 они там все сказал. По 500 рублей. Синие, гораны всех помаленьку. Статные. Это другого мужика. Не знаю почем. Где-то нету, который, да? Который с этими сутками. Все, купил Гоша себе. Утята, утята. Подсадные на охоту. Ну это еще маленькие, они какие еще. Приманят все равно. Да подсадных-то, конечно, еще маловато. Что-то нашел. Ну что, что там, кого? О, красавец. Голубь есть, надо голубь. Голубочку, да. Здравствуйте. Так, турецкая такла. Какая на них цена, скажите? Ну, по 500. По 500 рублей. Гоняйте. Гонные, вся птица лохматая, вся гонная. Вся баскония. Я сейчас сразу поснимаю. Вся птица гонная, голуби, вот, говорит, желтые. Гладко лохмоногая, казахи. А один вот почему-то чубатый вывелся. Чубатый. Это гора, мы уже всех разобрали. Вот один из. Я, да, я подходил, было много. Ай. Чтобы гонять себе дороже, особенно кто барыжник. Я согласен, поэтому снимают. Сейчас еще пришел деревятник зимарь, вообще бьет здорово. Но. Здорово. Он у меня по вольеру драконов. Гоняет, да. В основном больше дома берут. Было больше сотни, сейчас 50 чем-то осталось. Ну-ну-ну. Пепельные, чубатые. Это Северокавказ. Северокавказ. А они почем у вас? А и по рублю, и по 500 по-разному. От 500 и выше. Ценовая политика от 500 рублей и выше, то есть разная цена. А вы скажите ваш номер телефона? 8-950 261 36 26. Зовут? Сергей. Сергей, вы откуда? Смариинска. Смариинска. В продаже вот такая вот птичка. А она, Толян, не у вас так убрал? Который снова в Николаевке, то ли? Я не помню. Не знаете. Там, может быть, в топках, может, что-то и брали. Не, а к вам домой не приезжали с дома, не брали? У меня много кто приезжает дома. У меня вот агаранов, их, наверное, штук больше 20 разобрали. Угу. Агаранов над домом прям. Некоторые с летом. Ну, с лета приезжают, смотрели, потом приезжают. Ну, вот птичка. Птичка. Птичка, да, я подходил, было больше, но я пока там пролялякал, простоял с голубеводами, уже осталось мало. Поэтому птица вот такая вот гонная вся. Голубеводы еще сниму общим планом, поэтому номер телефона вы слышали. Кого-то заинтересует такая птица по приобретению, звоните. Звоните. А у вас WhatsApp есть на этом номер телефона? Есть. Есть WhatsApp или можете написать WhatsApp. Ладно, хороших продаж вам. Так, так, так. Вот. Как еще раз покажите? Обратно. Еще раз, еще раз, откуда? Еще раз, еще раз. Вот так, короче. Вот так. Да, у меня дома он. Ну давай, Роман, рассказывай. Ага. Гульбадамы. Почем цена? 4,5. 4,5 пара. Да, пары, пары. А куда желтенькие делись? Здесь ушли. Пара. Пара желтых двухчубых было. Да, продал. Продал. Остался чубатый молодой. Почем молоденький такой? 1000 рублей. 1000 рублей. Ага. Это турочки, да, вот да, эти? Да, турки. Турки, казахи, угу. Сиреневые. Павлодарцев продал.
Павлодарцы тоже ушли. Почем? Павлодарцев ушли, а этих? Сиреневые. По 750. По 750 рублей. Турки? Тоже так же. Тоже так же. Кого-то заинтересует, напишите в комментарии, номер телефона я оставлю. Можно привет кому-то этих? Передать? Я сейчас сниму их. Привет. Привет всем. Особенно, ну, всем. Всем привет. Так, тут тоже турочки. Всех троих. Три штуки за 1000. Да, молодежь. Пишите в комментарии, номер телефона я оставлю. Дим, кого купил? Ну-ка, покажи. Таджичонка взял. Не может без таджичонка. У тебя там своих мало, да? Привет, 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 привет. Здрасте, приветствую, приветствую. 1000 рублей, три турки. Да. Номер телефона напишите в комментарии, я оставлю. Хороших продаж. Ага. Побежим дальше. Привет всем. Привет всем, привет. Толян. Ну что, как чернохвостые монахи, да? Или... Нет, нет. А, ты их в прошлый раз же привозил, это тоже такие тех, были. Тех они уже где-то... Тех забрали? Это грузинские. Но это не монахи, это наши. Я их всю жизнь держу. Российские? Да. Мне 69 лет. А тех забрали, ну, которые... А, Толь, тех, которых ты привозил, забрали? Да, забрали. Чернохвост? Да. Этих что-то я не знаю. А что грузинские? Что в разнице? Кого-то заинтересует чернохвостая такая пицца? Декорация. Чубатая, лохмоногая, чернохвостая. У них черноголовые, а это уже из-под чистейших родителей. А дома есть что-то? Молодежь, чернохвостая? Есть, но я пока их... Не будешь продавать, да? Это кто? Кого-то заинтересует, напишите... В комментарии номер телефона я оставлю. Выводилась в конце зимы. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это Михаила птичка, да? Нет, это Виталькина. Виталькина. Ну я сразу поснимаю всю. Такие тут у нас гульбадан, мы капканчаны двухчупые. А что по цене они? Что-то не знаю. Не сказал? Желтые. Молодежь. Они все молодежь. Рибоголовые. О. Мишка, под что я забыл спрашивать? А, ну все. А вот это голубочка? Ага. Почем бельки такие? 800. 800. Ну, этих мы слышали, уже Михаил объявил по 500 рублей. Красногривые, черногривые. А что, одна осталась, да? Голубь. Голубь. И проблема найти голубку. Вообще, прям прошлый молодец. Год привозил, блядь, из Тюмени. Двух молодых взял. Ну, думаю, хоть голубка-то одна будет. Два самца. Два самца. У меня выводится. Опять самца. Что? Кого-то заинтересует такая вот птичка. Чернохвостая, краснохвостая, гриватая. Головастые, чубатые, по 500 рублей все. Номер в комментарии напишите, номер в комментарии я оставлю. Есть отправка в другие регионы, птица вся гоняется, птица вся летает. Есть это вся молодежь на игре, да? Да. Поэтому напишите, если кого-то заинтересует, номер телефона я оставлю. Ладно, хороших продаж, побежим дальше. Здрасте, здрасте, еще раз, еще раз, еще раз. Птички, черички, да, тут все есть. Как с вами дела? С больницы, все, управился, выздоровел. Дай бог здоровья, давай не ложись, не попадай туда больше. Хотя от этого никто не застрахован, но надо себя беречь. Краснохвостые, чернохвостые, чубата, голоногие. Почем они? По рублю, по 1000 рублей голова. Ровненькие такие. Американцы. Почтари. Всех помаленьку. Статные ленточные. Красные. Красные. Клеточка маленькая, снимать неудобно. Они почем? Ян. 2,5 рубля голова. Тут есть... Они пареные все или не пареные? Все пареные, да? 5 рублей. 5 рублей пара. Кого-то заинтересует, напишите в комментарии. Номер телефона я оставлю. Ладно, хороших продаж. Здравствуйте. Ух, турецкая такла. Красный кавказец. Почем красненький?
полторы рубля. Молоденькие, да? Среднеазиаты, узбекская птица или среднеазиатская, двухчубая, красные, черные. Они по какой цене? Не ваш? Белые двухчубые. Эти ваши? Почем велики? Три? Голова? 3 рубля голова. Такла турецкая. Носочубая по 500 рублей. Кого-то заинтересует, напишите в комментарии, номер телефона я оставлю. А белые паренные у вас или... Нет? Гульбадама и две голубки. Гульбадама и две голубки. Еще сниму, чтобы сразу не забыть, у кого снимал, чтобы номер телефона не спросят. Идем дальше. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте, 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 здрасте. Всем привет. Да почему? Нет, еще тут только один ряд дохожу, еще и туда надо сходить, пройти. Ну что, тут всего помаленьку. Головастые, двухчубые, мрамор. Ценовая политика, вот. 300 рублей все. Все по 300 рублей в круговую. Но двухчуб это, наверное, не 300. 500. Голубочка, голубь. А там и голуби, голубь. Ага. Кого-то заинтересует, напишите в комментарии. Номер телефона я оставлю по такой вот птичке. Здесь у нас кавказы, да, белые. По 500 рублей. 500 рублей. Здесь у нас сачи, да, или что тут у нас? Чубатые, гладкие, голоногие, мрамор. Они почем? Почем? А это не мои. А, нет. А чьи это? Мы взяли опыт. Вот гонял человек. Ну, чьи голуби? Чьи голуби? Никто не знает, чьи голуби. Тут таджики, черноголовые. Где-то хозяина нету, желтохвостые, статненькие. Здравствуйте. Таджики. Почем статный? Ваш? Не-не-не. Тоже не ваш? Это кто-то вот здесь? Где-то хозяина нет. Где-то болтаете. Где-то ходит. Приятного чаепития. Как добрались? Все нормально? Благодаринский, да? Да. Привет, привет. Это ваша, да? Благодаринские двухчубые. Желтые белоголовые, красные белоголовые. Это вся молодежь? Вся молодежь. А скажите по номеру телефона еще раз. А у меня в этом... В телефоне надо искать его, чтобы найти. Вы сразу скажите на камеру. 903. 914. 3190. 3190. Владимир. Продажу такая благодаринская птичка. Я потом перепишу еще номер телефона, чтобы было. Прям запишу благодаринский. Потому что звонят, бывает, пишут в комментариях, где можно приобрести. А каждый раз не хотят смотреть видео, чтобы там найти, поискать. Это, ну, как бы долго по времени. Я потом приду домой, запишу. Вот такая птичка. Что, еще раз по цене скажите? 1000 рублей. 1000 рублей голова. Вся молодежь. Дома еще есть тоже, да? Там немного. Немного, три, да? Штуки осталось, да? Ну, ясно. Ладно, пойдем здесь поснимаем. Да ничего, ничего, мы не зацепим. Кавказцы. Синие, пепельные. Белые двухчубые. Почем белики? От рубля. Привет. Что-то там, говорит, с Михалычем все плохо, да? В больницу увезли. Там уже давно. Да? Ну, слушай, ну он крайний раз-то приезжал, вроде бодрячком бегал. Буквально через неделю. Свалился, да? Ёлки-палки. А брата там ничего где-то в деревне? Не знаю. Не знаешь? Ну, говорит, в Кемерово, говорит, больница, да? Так, здесь у нас лысые, сиреневые, синие, такие вот. Турецкая такла.
Пойду пройдусь. Чернохвостые, желтые, чаечки. Почем чаечки? 500. По 500 рублей. Красные чайки, белые чайки. Все по 500 рублей. Кого-то заинтересует, напишите в комментарии. Номер телефона я оставлю. Еще сниму голубеводы общим планом, чтобы не забыть, где снимал, где проходил. Поэтому вот такая птичка, такие голуби. Кого-то заинтересует, напишите номер телефона, я оставлю. Ладно, что, двигаемся дальше.